посвященный колебательным процессам на рынке недвижимости города Харькова. Это элитный класс, первичный рынок. И вот еще раз обратите, как сильно меняется стоимость квадратного метра. В данном случае мы видим, уже осталось два административных района. Это Шевченковский, центральная часть, Киевский, центральная часть. И даже между этими двумя районами этот класс отличается, ну, почти на $300. Да? 1398 – это Шевченковский, Киевский – это $1633 за квадратный метр. Снижение вы также можете посмотреть в процентном соотношении за один месяц. Мы видим в целом это по городу $1516, повторюсь, и снижение минус 0,13% всего лишь за месяц.